Вышел на воздух, падает снег. В руках какая-то херобутина. Значит, я играю в Far Cry 4. Друзья, всех приветствую, с вами Булкин. Добро пожаловать на продолжение прохождения игрушки под названием Far Cry 4. И, в общем-то, в прошлой серии я добился того... Что я сделал, блядь? Что я сделал тебе вот? Что я тебе сделал? Что ты орешь на меня? У меня, между прочим, в руках... циркулярная пила. Именно так называется это орудие, оружие. И, собственно говоря, в прошлой серии я сделал все для того, чтобы эту пушечку открыть, потому что она открывается после того, как все колокольни, вот-вот вообще все-все-все-все-все открыты. Соответственно, эта пушка открылась, я накопил баблишко, и Аджика успешно приобрел ее и готов тестировать. Соответственно, сегодня мы продолжаем проходить и едем на задание Золотого Пути, которое находится, ну, вроде как, не так уж прям и далеко, поэтому я оседлываю. Бля, там пиздец какой-то происходит, что-то все, блядь, стреляют постоянно, тирьян. А где навигатор? А навигатор не хочет мне рисовать ничего, это нормально? Что? Блядь. Тихо. Нормально. О, а вот и навигатор заработал. В общем, продолжаем проходить, друзья. Я вот всего лишь навсего отвлекся, просто чтобы микрофон поправить, а тут уже какой-то пиздец. Значит, я не знаю, что меня ждет дальше, но, судя по всему, сейчас вновь я должен предстать перед выбором. То есть встать на сторону. О, пизда, все. Ага. Ой, страшно, пиздец, боюсь. Ох, блядь, прям по. Такое ощущение, что прям щелбан получился вот такой вот водителю этого квадроцикла. Аккуратно разворачивайся, ты что такой? Это самое. Все нормально, короче, все под контролем. Так, где-то тут справа. А, в лесу. Ой-ой, там кто-то меня, по-моему, это самое, заметил и хочет меня истребить немножечко. А тут есть подъем какой-то или надо обязательно ползти по этим скалам? По-моему, здесь можно как-то все-таки подняться. А, отлично, хорошо, что я не начал там вскарабкиваться. Аккуратно, аккуратно. Короче, сейчас я опять предстану перед выбором, скорее всего. Ох ты, бля. Все, вот так вот. Вот здесь можно запарковаться, аккуратненько слезть. И, конечно же, я уже не в нетерпении просто, чтобы затестить эту самую циркулярную пилу, которая является, я так понимаю, самым имбовым оружием в этой игре. Ух ты, как много их тут. Так, здрасте. Здравствуйте, телевизор смотрим. Что там, новости? Что происходит? О, привет. А куда Сабул-то делся? Ты как раз вовремя. Пейган выходит в эфир. Ух ты, блядь. А он, по-моему, вообще постоянно выходит в эфир. То по радио, блядь. А, вот Сабал. Думаю, скоро узнаем. Так, и что там такое? Ну-ка. О, здрасте. Что хочешь сказать? Пиздец, расстроился он, походу, да? Чё он там? Проверка связи, все дела. Так. Добрые люди Керата. Думаю, вы будете рады. Опять загоняет речь какую-то. Что слухи о моей смерти были несколько преувеличены. Ага. Я жив. И в мире все в порядке. Но жизнь — это перемены. И я призываю вас, жителей Керата, какая развязочка-то вообще будет? Взять пример с меня и увидеть в этом благо. Перемены требуют сил. Но у меня нет повода усомниться в вас. Мне кажется, у меня чересчур имбовое оружие. Я, конечно, его еще не тестировал, мне кажется, это пиздец. Перемены коснулись и моей организации. Так. Мисс Нур и Пол де Блёр решили покинуть меня после многих лет службы. Ну, они не совсем живы, скажем так. Ну, ладно. В будущих начинаниях. И нам тоже нужно смотреть вперед, не назад. Покушение на мою жизнь — это не более чем жалкая попытка противиться переменам. Угу. Знаете же, Юма Лау, мой главнокомандующий, моя правая рука, которую я целиком и полностью... Угу, Юма Лау, вот этот, походу. Защитит меня от любого убийства. Зам его. А, это же это самое, точно, все. Вот это вот тетя, блин. Тетя тоже в розовом-то. Так. Подытожим. Перемены — это хорошо. Осознайте, ваш король жив. Радуйтесь. Юма, мой неусыпный страж, ждет. Короче, я так понимаю, сначала будет охота на нее. Начнется в скором совсем времени. А потом уже потихонечку как раз таки должны добраться до Пейгана Мина. Настоящего уже в этот раз, а не фейкового, который был в предыдущей похоже, серии. Похоже, он бросил нам вызов. Угу. Так, а какие варианты? Шахты. Ты все знаешь. Так. А что, выбирать ничего не придется, что ли?
Так. Так. Расплата. Слушайте, ну звучит как будто уже я сейчас пойду к этой Юме. Доберись до заброшенного золотого рудника. Так, а где он находится? Находится? Ух, ебать. Ну нет, ну... Ну опять эти горы, опять... Ну ладно, хорошо, хорошо, хорошо. Беру свой... к сожалению, не квадропёртер. К сожалению, просто квадроцикл. Но я надеюсь, что, может быть, сегодня мне удастся прокатиться на моем любимом транспортном средстве, которое называется квадропёртер. Так, здесь дорога не рисуется, поэтому я должен сам импровизировать. Надеюсь, тут она есть. Просто если я куда-нибудь сейчас ебанусь, а это вполне вероятно, то... Блядь. Тихо. На колеса, пожалуйста. Ну, блядь, опять толкать эту хуйню. По-моему, кстати, немножко повредил, да? Ну ничего, доеду, доеду. Главное, чтобы по мне никто не стрелял усердно. Тогда точно будет все хорошо. Так, значит, ага, все-таки карабкаться. Все-таки карабкаться. Так, аккуратно. Все, тихо. Мне постоянно приходится извиняться за Юму. Блядь, не дотягиваюсь. А что делать? Портить первое впечатление. Так, 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 так. Хотелось, я сегодня постреляю вообще, нет? Хотелось бы, чтобы вы поладили друг с другом. Она моя правая рука. Одна из. Ага. Одна из правых рук. Хорошо звучит. С иностранными партнерами. Так. А мне тоже надо... Ну да, наверх. Даже армии командует. Так. Правда, в последнее время она поддалась кератским суеверию. Она думает, я не знаю про экспедиции, которые она посылает в горы за теми магическими каракулями. Я согласен, трудовая дисциплина. Такая озвучка этого Пейгана Мина пиздецовая. Но только тогда, когда ущерб от нерадивого сотрудника так сравним с прибылью, которую он приносит. Ага, понял. А, не зря же я карабкался, не зря. Так, 120 метров, где-то здесь какое-то ущелье, судя по всему, вонючее такое, плотное, грязное. И туда мне нужно просочиться. Но я такое люблю дело. Ага. А, то есть тут, в принципе, была какая-то дорога, нет? Или да? Непонятно. Так, это не сундук, это не сундук. Так, я практически на месте. Блин, я просто, мне не терпится, найдите Юм. О, бля, походу пизда начинается прямо сейчас. Так, фонарик включай. Естественно, никакого стелса, с такой пушкой, блядь, его просто быть не может, блядь. Я надеюсь, она реально разъебывает по факту. Так, 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 что ты там не можешь подобрать? О, сейчас, походу, начнется пиздец. Так, это что такое? Как я ее должен найти-то? Почему, а почему такая уверенность, что она где-то здесь? Так, стоп, 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 стоп. А фонарик какой-то или что-то типа того, может быть, как-то нет? О, деньги какие-то нашел. Так, и чё? Так, 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 подождите, я пока не могу сообразить, где тут какая-то щелочка, куда пробежать-то дальше? Тут ничего нет. Что-то пытается он подобрать, то, что у него и так есть. Так, здесь никакого прохода нет. Ага. Записки можно читать. Совершенно секретно. Отчет этой экспедиции номер 4. Генерал Юма, прошу. Ага, понял, так, хорошо. Нет, в записках нет подсказок. Так, вот здесь вот эта комната. Здесь вот этот вот тигр. Здесь вот что-то тоже лежит. Но здесь... И что? Так, а куда дальше-то? Стоп, я реально не врублюсь. Тут закрыто. Что-то здесь нужно сделать. О, еще записка. Свитки на санскрите. На всем сразу удалось найти одного человека. Так, о, в натуре надо было прочитать. Бля, я не прочитал, там походу что-то... О, ой, блядь, понятно. То, блядь, шприцом в жопу, блядь, то просто кто-то подул. Сейчас опять глюки у него начнутся. Что это было? Теперь в моей шаблоне. Начинается, блядь. Ладно. Блядь, очередные приключения. Локация хоть эта же останется или новая? Так, это локация. А куда дальше? Ничтожество. Блядь. Пейган послал мальчишку убить меня за все, что я для него сделала. Он был бесстрашен, пока не встретил твою шлюху мать. Его было не остановить. А твоя мать? Твоя мать. Читать. Отжай обновление политики безопасности. Выслаем образец токсина. Кират доказал его эффективность, что, впрочем, ничего не меняет. По мнению всех наших ученых, мы на верном пути, поэтому разработку мы и не думаем останавливать. Никогда еще мы не были так близки к успеху. Что бы ни говорили, даже побочные эффекты, в том числе галлюцинации, не говорят о проблемах проекта. В нашем общем доме найдется место всему. Мама, что? Что? Бля, что-то это Юма не очень, да, такой прям добрый персонаж. Так, куда-то сюда. Ага, заебись. Кровавая река. Бля. Ну, на самом деле, жутковато выглядит. А. Вы должны пойти по всем домам и найти всех детей. Всех. Бля, что происходит? Это типа какие-то флешбеки, что ли? Или что это?
Лиен стал слабым. Она сделала его тенью того, кем он был раньше. В тот день он перестал быть королем. Сломался. Стал слабым. Бля. Так. Если вы любите рад, вы развернетесь и быстро разойдетесь по домам, или я. И потом повторяется по новой, да? Что-то все, блядь, очень странно, конечно, выглядит. Так, хорошо. А, понял. Наверх, да? Фу, блядь. Так и что, все, минус Юма сейчас, что ли, будет, получается, или как? Так, ну, здравствуй. Ебать, она как облики-то меняет. В смысле уничтожь ты? Что? А как это сделать? А как... Блять. Так, стоп, а куда попадать-то? Уничтожьте ворот. Куда попадать-то по воротам? Бля, а ничего, что тут как бы кроме ворот другие проблемы еще у меня есть? Например... Так. Стоп, прям... Ай, блять! Сука! Огненная, блять! Горю! Пизда, все, это сейчас как обычно. Да, блять, туши, блять, сейчас загорится жопа. Так, аккуратно. Где там кто? Я вообще не вижу. Ах ты, блядь. Иди сюда. Ух, хэдшот. Вот это нормально, кстати, слоумо. Я сейчас тебе дам, наверное, блядь, пришел он ко мне. На, нахуй, блядь. Бля, с горячими луками-то это такая вся тема. Да как ворот-то уничтожить? Бля, я поближе подойду. Нихуя не вижу просто. Кто-то по мне еще хуяжил, по-моему, только что, нет? Уничтожь ты ворота. Каким образом-то? Так, стоп, что я могу сделать? С луком? Блять, пиздец. То есть в прямом смысле прям их надо хуярить или... Ой-ой-ой, по мне стреляют. На нахуй, блять, хотел его по этому самому. На опережение. О, нормально, хедшот. Так, что сделать с воротами надо? Они же не уничтожаются. Ну с лука что ли их, блин? Что ж ворота? Что-то надо, короче, сделать. Кувшины, может? Кувшины! Наверное. А может кувшины просто для этого самого? Бля, пиздец, его опять перекосоебило всего аджику. Бля, куда ты стреляешь-то? На тени нормально. Может, кувшины реально влияют? Хрен знает. Первое, что мне пришло в голову. Но наверняка нет. Может, там сверху что-то есть? Нет, там ничего сверху. Бля, по-моему... А вот это что такое синенькое? А, во! В натуре кувшины. Я понял. Все. Это была подсказка. Да, бля, что такое кривой-то? Так, найс! Так, что дальше? Сейчас опять чудовище какое-нибудь будет? Огромное. Нет? Просто я тут могу ожидать уже всего чего угодно. Так, крюк. Крюк. Перепрыгивай, доставай крюк. Ну что, ты не можешь перепрыгнуть, что ли? Я не понимаю. Он что, издевается? Красавчик. Так, крюк. Давай. Наверх. Ух, что-то пиздец, а. Думал, он станет прежним. Он должен был. Но нет. Куда дальше-то, блядь? Сломанные не склеить. Он слаб, но Пейган. Понял. Опасная хуйня. Ебать. Это не удастся. Бля, это, конечно, здорово, но это пиздец. Сейчас бы главное не обосраться здесь и вовремя. Так, туда что ли? Понял. Куда-то карабкается, бля, по выдуманному какому-то миру. Ну, как обычно, в принципе. Так. Дальше куда? А заебись я, да, циркулярную пилу заценил? Я куда-то не то зашел. Понял. Так, главное не проебаться и... Понял. Дальше. Пиздец. Дальше. Так, а дальше куда? Понял. Так и буду по кругу, что ли? Так, стоп. Повыше, по-моему, надо. А куда дальше-то, блин? Отпустить. Так а хули толку-то, если отпущу? Не надо отпускать ничего. Бля, я реально не врублюсь, что откуда дальше-то? Туда, что ли? К воротам к этим? Ну давай раскачивайся. А как я раскачаюсь-то опять? Раскачивайся, давай. Аджика, давай раскачивайся. Давай. Походу туда надо все-таки. Еще, это херня. Давай. Сюда. Молодец, сюда. Похуй. Блядь, нет, не похуй. А, все нормально? А, все нормально. Все в порядке. Все нормально. Приснилось. В принципе, как и все вот это, то, что происходит, приснилось. Все нормально, так. Не надо мне высоко, надо просто хорошо. Так, блять, опять проебался. Сейчас раскачаюсь и...
Блять, остановился. Сука! Раскачивайся, блять! Давай. Еще. Еще. Давай, давай, давай. Больше инерция. Инерция должна быть. Давай, давай. Еще. Не, хуйня, хуйня. Нужна скорость. Еще давай. Блять, так я не допрыгну, у меня такое ощущение, не? Или допрыгнул? Давай. А. Бля, я дурачок, я понял. Как обычно. Я не увидел этот крюк. Я думал, надо допрыгнуть. Понял. Да блядь! Да ёбаный пиздец! Какой у... Ну блядь! Что, куда ты упал? Куда ты упал-то? Нахуя ты падаешь-то? Хуякс, попёр, попёр! Просто на, блядь! Давай, на, блядь! Молодец! На, блядь! Давай, 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 давай! Давай, 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 давай! Вот и всё, блядь, какие проблемы? Блядь, лечение, давай! Приключения. Я-то думал, реально сейчас с этой, с Юмой-то разберусь и все. Так, еще немножечко ХП себе забинтую. Ой, здрасте. Ай, блядь, больно! Хули ты делаешь-то, блядь? Лучник ебучий. Я безоружный. Нормально он меня ебнул? Я ему что-то сделал плохое? Нихуя ему плохого не сделал. Так, хорошо, я пробрался. Я похилился. Я прошел. Сейчас он на меня нападет опять, да? Или что будет? Крысы, блядь, какие-то вонючие. Так. Ага. О. Что, блин? А вот и я. И что дальше будет? Какого черта? Куда делась? Ладно, хватит игр. Шелкуа. Чего, шелковый? А что, я хочет это самое, что ли? Оседлать? Куда надо делать? О. Мы оба знаем, чего ты хочешь. Блин, такое. И без игрушек. Ебать! Она со всех сторон. А все, пиздец. Охмурила парня. А это смерть пришла, кстати, между прочим. Шелковый. Да какой шелковый? Я нормально. Бля, что делать-то? Кого стрелять? Блядь, нихуя ж не видно. На нахуй, блядь. Кали, чего, кого убийство? Кого, кали? Это кто, блядь? Кто здесь? Блядь, кто здесь? Бля, кто здесь? Я слышу, но не вижу. Кто это? Ебать. Это... Ай, блядь, нихуя, он ебанул меня. Блять, так он этот самый, он, у меня хоть и есть слоумо, но я не понимаю, с каких сторон он хуярит. Ай, блядь. Блядь, пизда. Блядь, ну это жестко на самом деле. Так-то это реально жестко. Так, это уже, блядь. Кто из них кто? Где этот коллег? Я не вижу его просто реально. Он что, сверху где-то, блядь, или где он? Ну все, пиздец. Вон он. Ну, заебал, блядь. Он исчезает. А как я его? Ай, блядь, он еще такой меткий, пизда. Ай, блядь. ПВП! Засал! Бля, он заебал телепортироваться, реально. Это не он, что ли, блядь? Он заебал. Блядь. Слышь! Это он? Все, ебанул? Блядь, что происходит? Вроде все покончено. Это кто, блядь? Ну охуенно, блядь! Охуеть, блядь, не встать! Тигренок, блядь! Все, приснилось. Ай, блядь, да больно, нахуй! Со всех сторон, ебашу! Нет, я нихуя не избавился от него. Где этот Кулинан, блядь? Так, минус. Кто, нахуй? Бля, пизда, тут просто пизда. Тут опять пизда. Бля, пизда мне. А! Лев! Отъебался! Бля, лев! 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 Блять, это пиздец какой-то. Я надеюсь, я все правильно делаю, просто надо потихонечку его, да, истребить. Ай, больно.
Ай, блядь, как больно. Лечись, лечись, лечись. Все, пизда мне. Минус я. Минус я. Я минус. Я минус, блядь! Блядь. Ну что так сложно-то? Все, сейчас разберусь. Блядь, так, доставай лук. Блядь, да он заебал реально бегать. Блядь, какой же я лучник хуёвый, а? Где он? Он спрятался, ну какого хуя-то? Ай! На, нахуй, ты заебал, блядь! На, блядь! Есть! Сейчас я тебя, сейчас я его надо добивать вот так, походу, каждый раз, блядь, когда он появляется. Минус! Так, сейчас он с тигром появится, правильно я помню? Где тигр, блядь? Тигр! На, нахуй! Ай, блядь! Ай, блядь! Я сейчас тебя ёбну, наверное, лучник сраный, блядь! Минус. Блять, больно. Найс. Бля, только мне хуёво. Так, найс. Найс, 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 найс. Бля, это очень сложно на самом деле. Я не знаю, как это... Блять, а хули он тут-то заспаунился-то, блять? Я понимаю, что спаун должен происходить. Но, блять, не со всех сторон же постоянно. Понял, принял, блять. Может, какое-нибудь это самое... Поблажку игра мне сделает? А, она, походу, сделала поблажку мне. Да? Видимо, да. Потому что Far Cry такая игра продуманная, блядь. Если что-то... Ебать! Ух, ебать! По-моему, правильно я попал. Блядь. Ебать. Это он настоящий или этот? Опять хуй путал, а не настоящий, блядь. Блядь, флешбеки. Фу, блядь, слоу-мошены. Слоу... Блядь, да кто нахуй? А ты откуда здесь? Блядь, пизда. Опять пизда. Ебануть кувшин надо, только они около кувшинов не стоят. Вот в чем проблема. Блядь, слому только отвлекают, такое ощущение, что... На, нахуй! Есть, нахуй! Где этот Кулинан еще, блядь? Блядь, пиздец какой-то. На, нахуй! Блядь, пиздец. Я как выживаю-то вообще здесь? Блядь, пизда. На нахуй, блядь! Сколько можно-то? Одно и то же, блядь! Наконец-то, все? Хулиган, блядь! Все, пиздец! Только это все приснилось, а это не важно, да? Ой, блядь. Ясно. Понял, принял. Да, давай еще узоры, блядь, порисуем. Как обычно. Какой-то пиздец. Так, и что? Что на деле было? Сон? Ага. Что за... Все? А, ну то есть, я, ну как обычно, Far Cry это же такая тема, что типа, на самом деле это была она, и он с ней сражался, только она в него какую-то пыльцу, блядь, пихнула. Ну заебись, что расплата, блядь. Так и до Пейганамина недалеко. Ой, блядь. Что-то тут какая-то, блядь, мочилова, блядь, конкретная, походу, было. Блядь, а он там с лука сражался, я понял. Хэт-трик! Достижение. Угу. Циркулярная пила так в итоге и не задействована, Амита, да, была? Йома мертва. Ты убил демона Дургеша. Не волнуйся, бля, Аджай. Пиздец тут был какой-то, реально. Ну когда придет-то, блядь? Уже надо подкрадываться потихонечку. Опять выбор золотого пути. Смотри-ка, появляется. Где? Не понял. А где? Вижу, а не вижу. А, вижу. Так, это получается откуда проще доехать? Наверное, отсюда? Погнали. В общем, скупил я все аптечки, которые были, пополнил боезапас на всякий случай и отправляюсь вот сюда, потому что я думаю, что сейчас все-таки будет тот момент, когда, как бы, ну, теперь, тем более, что минус Юма. Слушайте, это получается мы все ближе и ближе к концовочке, да? Так, опа, блядь, типа помог, типа помог, типа помог, но на самом деле у меня карма и так заебись, поэтому, как бы, они там вроде... А их там, между прочим, пятеро на двое осталось, или четверо на двое, так что я думаю, справятся ребята. Они же аванпост, если захватывают, как бы отбивают его обратно. Так что я думаю, что тут тоже проблем не будет. Так, хорошо. А можно срезать? Можно, 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 только аккуратно.
Нормально. Сэкономил время? Я думаю, что нет. Так, что-то у меня метка где-то сверху, а меня ведут где-то снизу. Меня это, честно говоря, немножко напрягает. Но, в принципе, ничего страшного. Нормально. О, все, финишная прямая. Так, что вот сейчас точно будет какой-то, я так понимаю, выбор, да? Скорее всего. Интересно, а сколько остается-то еще до конца? Мне кажется, еще на самом деле дофига. Хотя, по сути, если это была правая рука Пейгана Мина, если опять это был не фейк Юмы, и он как бы реально с ней разобрался, то, по сути, остается только Пейган Мин, но к нему тоже надо как-то подобраться. Я думаю, что концовка-то еще, на самом деле, не в самое ближайшее время, хотя хрен знает. Так, ну что, деревушка Брайт Ривер. Опа, нахуй, припарковался куда-то в печеньке. Че, в печеньке? Ну да. Ох, хуя сёмли. Еще вот так вот, ух ты. Я захожу в эту дверь, и снова Сабал, снова Амита. Или нет? Нет. Хадра. Так. Привет. Что тут? Или лучше Тарун Матара. Бхадра подойдет. Пока что. В чем дело? Обладать храмом Джаленду значит возглавить Золотой Путь. На кону будущее Кирата. Сабал и Амита борются за меня. А ты сам видел их в бою. А прикиньте, в конце надо будет выбрать, Амита, кто из них погибнет, храм. Амита или Говорит, это Сабал. Женщин Кирата. Вполне возможно, кстати, концовочка. И избавит нас от ненужных традиций, вроде Тарун Матары. Но ведь Тарун Матары это хорошо. Так думает Сабал. Если храм достанется ему, он завершит церемонию, и я стану Тарун Матарой. Он говорит, что только в традициях мы обретем силу. А ты чего хочешь? Освободить Кират. Но я не могу выбирать. А Амита и Сабал не договорятся. Поэтому буду выбирать я, да? Выбор за тобой. Золотой путь прислушается к твоим словам. Но ты должен понять, тот, кого ты поддержишь, станет бесспорным лидером Золотого пути. А после падения Пейгана, правителем всего Кирата. Угу. Как обычно. Ясно. Я знаю, что делать. Уверенный такой, уверенный. Спасибо. Конечно, я сейчас буду выбирать. А он-то знает, что делать. Ладно. Так. Ну, допустим. Хорошо. Выберите задание Амиты или Сабала. Так, значит, еще раз. Давайте выслушаем предложение более конкретно, так сказать. Чтобы понимать, что к чему. Так, Амита, давай, рассказывай. Твое предложение. Так. Бхадра сказала, что ты хочешь уничтожить храм. Не просто уничтожить храм. Скорее, объяснить всем, что происходит. В Кирате наступил рассвет. Мы отбросили цепи прошлого. Без Тарун Матары Сабал предстанет в своем истинном обличии, обычным глупцом. Блин, ну заебись, я сейчас должен выбирать. Чисто как-то. Какая-то, блин, ну да не, ну как Амита такая странненькая какая-то. Странненькая все-таки. Странненькая. Что касается храма. Так, подожди. Ага. Что тут в приказном тоне тут разговаривать со мной? Ничего не понятно. Так, секунду. Я пока не готов сделать выбор. Не-не-не, подожди. Так, Сабал. Ну-ка, давай-ка выслушаем, что ты хочешь конкретно. Сабал. Здорово, пацаны. Амита собирается сжечь храм Джаленду. Безбожная тварь! Мало нам Пейгана, еще и Амита помогает ему в его грязном деле. Бля, это как-то там это сильно-то они... Хватит с меня. Не разосрутся? Что он предложит? Не передать. Как Джаленду важен для Кирата и для Махана. Он бы тобой гордился. Так, это я понял. Что, какой вариант-то? Защитим храм. Очистим Хадру. Объединим народ в свете Киры. Короче, я за мирный поступок. Ну, относительно, вроде как. Хотя это не точно. Я выбираю Сабулу. Хоть меня Амита там и спасала. Короче, я с пацанами, блядь. Прекратить и воздерживаться. Захватите храм Джаленду. Так, угу. О, вот оно, что там было. Блин, я же проезжал это место. Ну так понятно. Я же сразу сказал, что там. Не, ну это не финалочка, я думаю. Правильно же? Наверное. Я полетел, короче, похуй. Охуенно он полетал, конечно.
Блять, проще было на тросе спуститься, реально. С такими темпами, блять, ну серьезно. Тут лодка-то хоть какая-нибудь есть? Вот, там это, на воздушной подушке хуетень есть. Сейчас попробуем на нее тогда. Пиздец. Я думал, он реально как-нибудь возьмет, так как. Чайка, блядь, взлетит наверх, полетит. А он, блядь, ну пиздец. Несерьезный поступок. Так, ну ладно. Ах, так, я поехал. Значит, и по воде, и это. А у меня же оружие, в принципе-то, это самое, ну, так сказать. Как раз. Ну, жаждет того, чтобы опробовать его. Так, кто-то меня там засек. Аджай, это Сабал. Понял. Юма и Пейган годами грабили кираты. Бля, по мне пизда. Хотя не, вряд ли. У меня же есть циркулярная пила. Аджай, тебя засекли. Детонаторы активированы. А, что? А, тут был вариант стелса? Блять, тоже был. Давай быстрее, блять. Быстрее. Так. И что это за хуйня? Ух, ебать! Ебать! Нихуя, что творит эта хуйня? Ай-яй-яй! Ебать, так мне вообще похуям! С такой пушкой-то! Тут можно полный пиздец устроить! Собственно, что я сейчас и буду делать? Ага, постреляй мне тут еще. Здрасте. Ебать, это имбовая хуйня! Очень имбовая хуйня! Она просто с одного выстрела! Ебать! Так, я захожу. Здравствуйте, здравствуйте. А я в гости. А я в гости. Опа. Так, 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 так. Устраните противников. Сейчас, сейчас, сейчас. А бомба, где бомба-то, блядь? В каком месте она пикает? А, вот она. Найс. Так, вторая где? Вообще не почувствовал. Просто вообще. Внизу она. А как я туда вниз-то попаду? Блядь, пизданулся. Так и знал, что пизданусь. Как вниз-то попасть? Где вход вниз? Блядь, я что, должен сам найти вход вниз? Она где-то в подземке. Может, через эту... Наверное, отсюда и надо. Да, бля, кто там стреляет, я не понимаю. У меня циркулярная пила. Может, отсюда вниз проход? А, вот, нашел! Фух! Кто там, сзади, что ли, тут бежит? Нет, кто не бежит. Давай, давай, давай. Вот тут, походу, будет сейчас пиздец. Ой, а нихуя он отлетает, ебать! Насколько же этой пушки по хуям вообще на все? Она в натуре имбовая. Пацаны, спасибо, что сказали, что есть такое оружие. Это пиздец, устранить против. Ха! Хуя вопрос! А тут еще столько, блин, патронов. Это просто имба реальная. Пиздец! Сабал. Готово. Отлично. Но у меня плохие новости. Что такое? Разведчики говорят, что к тебе направляется вражеский отряд. Ха! Они хотят отбить храм. Ха! Так что будь готов к бою. Перезарядочка. Солдаты подходят с запада. Запад? Где запад? Там? Или наоборот там? С какого-то из этих... Потому что там юг, значит где-то запад. Запад где? А, вот же, написано откуда. Так, а на чем они там? Они на чем там? О, блядь, на лодках. Это зря. Блядь, как же похуй, когда у меня такая пушка. Она еще на дальняк ебашит, пиздец. Это получается какая-то... Я не знаю просто, что может быть более имбовым. Снайперка? Ну, грубо говоря, потому что она на дальняк ебашит. Пулемет? С востока. Бегу, блядь. Пиздец. Просто. Вот... Блять, это же вообще, ну реально читерская пушка какая-то. Такое ощущение, что я с щитами, блять, играю. Бля, это что за корабль такой? Блять, вообще изи нахуй. Просто, блять, просто. Просто изи, блять. Кто там, я не вижу. Кто там, блять? Кто там, блядь? Пытается стрелять, я не понимаю, по мне. А, кто-то приехал? Привет. А где они пришвартовались-то? О. С РПГ, блядь! Дядь, ты не попутал, блядь! Ну, вообще по хуям! Да какой на... Опять, блядь, чё это? Бля, эта пушка, это какой-то пиздец, реально. Перезаряжусь-ка я. Патроны, конечно, быстро кончаются, но ничего. Нормально, нормально. Они просто не успевают... Не то, что подъехать. Блядь. Попал. А, вертушка, ага. Похуюшка, главное, чтобы меня не упало. Пизда! Просто пизда! Вообще по хуям собачьим. Насколько же... Блять, он еще стреляет! Ну это пиздец! Это просто... Джаленду спасен, Сабал. Хвала Кире! Охренеть, блять, а не пушка! Просто охренеть! Хотела помешать Пхадре исполнить волю богов.
Так, что там за навыки? Сейчас быстро гляну. У меня там что-нибудь от... улучшение кармы. А я же, по-моему, прокачивал это, нет? У меня 10 очков на барабане, буква. Продленный, в принципе, что могу. Что могу, то прокачиваю, как говорится. О, нифига, 6 ячеек здоровья. Так что не прокачивается, не понимаю. Что за хуйня? Нормально, что очки тратятся, но... А, блять, можно несколько раз, нифига себе, плюс 30%. Вот оно что. Хуя себе вложение, блять. Плюс 40%, понял. Так. Сила между богами и народом. Пагубное высокомерие. Сабал возглавляет Золотой Путь. Ну, как бы, то есть, это как бы я, то есть, получается, да, сделал выбор. А я не знаю, это как, плохо или хорошо. Ребята, а вы когда проходили Far Cry, напишите, пожалуйста, в комментариях, вы как выбирали вот здесь вот. Вот, как, какой из этих вариантов? На чью сторону? Так, а у нас тем временем, в следующей серии, я уж не знаю, тут получается Лангин, он нужен для основной сюжетной линии, пора бы к нему уже как бы в гости зайти. Йоги и Реджи, я думаю, что тоже. Хёрк тоже давненько ждет. То есть у нас, в принципе, пока из основных ничего нет. То есть поедем. Я думаю, что к Лангину он давно реально уже ждет. И, собственно, блин, крепость Нурба еще захватить. И Рату Гадхи, крепость Юмы. А потом уже вот сюда. Интересно, а если я туда рванусь, что будет? Мне очень сложно. С циркулярной пилой, по-моему, мне похуй вообще. А что реально будет, если я крепость... А, ну, вряд ли что-то будет. Ну, тогда же я тоже, когда Деплёр еще был жив, захватил. То есть, по сути, как бы просто это сложно, но это возможно. В общем, друзья, вот такая вот серия. Блядь, пушка просто пиздец реально какой-то. Огромное спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, если вам нравится смотреть прохождение Far Cry на моем канале. Подписывайтесь на канал, если тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.